Короче, в ретрика спишься, блядь, потом. Хорошо? Может, сразу? Тут Нахуя? тут танк охуенный, ебать. Ты гонишь, блядь, его с брови. Хуйню, не страдай. Это он страдает, ебать. Дайте каски по всем, вот, с тебя, блядь. Уже брать. Есть, ебать. Дайте привет, от как его, инту, там, быстрее. Сейчас а, он там, босс класс. Пизды даст, блядь. Если бы я не пришел сюда протопалом, ты бы тут соло не затанчил, блядь. Ага. Нормальный отхил, блядь. Блядь, интеллект по рейду дайте и пошлите. Сейв кнопка, а мага нету. А, блядь. Хуй с ним захватом. Хули три таланта в клинковую, блядь. Ты чё? Это 2% ты потерял. Снижение урона по себе. Бля, конечно, фиаско пристав... А, хотя есть бог. Хавчика нету, пацаны, нахуй ну. Танчи, короче, тебе бог дам, ебать. А, попить? Да нет, нет. Я не настолько, блядь. Не настолько богат. Кастер, этот, раньше наберите тут. 10 метров от друг друга. Пропишите там. Короче, Вой, ты первый босс держишь до 8 стаков, а потом ДК еще забираешь. Ой, бай. Давай вагончик. Как что придумаете, ебать? Кто вагончик, ебать? Я тут соло закончу. Ага. Чё, ага? Расскажи. Не рассказывать не надо, у меня вон видео есть. Ну, там сильная пати, наверное. Да какое пати? Соло танчил, что мишкой, да, что ДК. Ну, блядь, я на всякий случай лапил. Подкливайте это, снобальда. Думаешь, если 223 левел, все вагон? Нет, плохо. Потом РБК с ней пойдешь, Войт, после рейда? Да, хуй знаю, наверное. А ты пойдешь на Миккару, блядь, слушай? Я кары уже сходил. На бой в перса. На все, да. Чё, блядь? ДК, а ты пойдешь каражан танч? Там как бы снобальдов надо убить, так, блядь, для справки, ебать. Блядь, убейте снобальда, умилики, а то что-то... Три снобальда, а то вам 5 танков тут не поможет, нахуй, ебать, алло. Босса стопните, бейте снобальда, просто. ДК профильте, блядь. Заберись ДК босса вообще и... Под жопу заведи, шаман. Забрал? Ага. Все. Если что, дашь боб ему, когда... Побольше по боссу играйте, снобальда пока боб. ДК, не таунтик, да, то у тебя там стаков дохуя. Все, хорош, нормально. Кстати, скинуть. Шаман, дай тотем на ману вообще. И выйди в РДД зону, а не стой медленно. Тотем на ману. Шам. Кто кикнул? С гильдии, что? Какого нахуй рейда? Ты в рейд чел, блядь. Рога обкурился, что ли? Рога, блядь, бей нахуй, или я тебя сейчас на туре кикну. Я, короче, огненную заберу, ты зеленую бери. Да, ДК зеленую, Войд, огненную Геру давай. Сразу отверни эту хуйню. Кислоту бьем. Затем на ману шаг. ДК, куда ты, блядь, уходишь? Отверни ее спиной к нам, нахуй. Она не ходит, блядь. К воротам Аман, отведи, блядь. Это кто, блядь? Это пиздец. Это кто говорит? Это говорит Вар. Ты кому говоришь? Я ДКшнику говорю. Танку. Так ее нахуя отворачивать? Ее никто не отворачивает. Я всегда все отворачиваю. Отворачиваю ту, которая ползает.
Ты куранул, что ли? Ну да, покурил и чё. Ну вот я и говорю, ну. Так, а под... Рога, а чё ты, блядь, не пойму? Никто тебя не кикал, чё за хуйня? Ну, скрин посмотри у меня просто, вы не являетесь членом группы, в рейд писать не могу. Вот ты типа в рейде сидишь, я тебя базарю. Я в дискорде сижу, посмотри скрин в дискорде. Я не понимаю, какого хуя меня просто выперло и все. Лужа, лужа, медлики, ну ёбаный рот. Блядь, ну что ж вы такие, сука. Ложитесь, я ебал. Что за детский сад, блядь, от лужи нельзя убежать. Рога, а ты сейчас где находишься? Их не рогу спать и заново возьми его. Я перед входом стою, вык. Понял. Сейчас я тебя возьму обратно. Сейчас они если выйдется, блядь, тут шаман живой еще. Сейчас он сдохнет. Пацаны, напоминаю, блядь, на кислоте будет лужа, надо будет отбежать миликами. Ну вообще-то лужа на том червяке, который ползает с хвостом на полу. На кислоте? Всегда, на и том, и на том. Ну да, типа там метки, да, надо вынести. Забафайте рейд, чё ты зашёл? Я зашёл, теперь показывает рейд, просто посередине боя отрубило, и всё. Короче, баг, я понял. Бэкап, блядь, ну ты особенный. Вставай. Был баф. Есть приста баф этот, кто давал, похуй? О! Так, отпивайте ману свою. ДК, дашь истерию тогда по воину, окей? Ага. Так, все, я запускаю, идите на позицию. Сильно хилов не напрягайте, если будет много снобальдов, блядь, просто забейте, все. Ну, тебе их забить надо. Приорит. А чё ты соло не танчил, что ли, простняша, эту залупу? Я вообще полтора месяца не играл. Я вот первый раз в ВК пошел. Не, а вообще когда-нибудь в жизни танчил соло? Всегда. А чё сегодня? А здесь не танчится два босса в соло. Танчится, блядь. Я сколько танчил? Ну, нет, когда нет 4-4 у ДК, ты соло не затанчишь, ДК. Ну у меня нет 4-4, я затанчивал. Вон сколько ик вышло, с первого же дня танчил. На ДК? Конечно. Ну блядь, ну не знают. И на мишке. Просто захиливаю танка и все. Как ты агро на вальках держишь? На вальках? Ну как обычно, ЛПшку туда, ЛПшку сюда. На мишке это. Снобальд заведи. Как он называется? Берсу и все. Не, ну конечно, если с пула бить, если не давать время набрать, то конечно сорвут. А если ДД постоят, то нормально. Блядь, ну если в гильдии, да, там, то и сюда. Я просто не понимаю, 4 милика в рейде, 2 снобальда живых. Я хуй знаю, чего. Блядь, а стоп по боссу нахуй, либо демили снобальдом. Они же, блядь, больно бьют танка, и еще придачу лужи кидают, я ебал. Там удар. Забери СДК, у него там 7 стаков, его жмет пиздец. Хули захват рун не вкачал. Дерьмо твои захваты рун. Так там и захваты порой? 3% вместо 5, зачем? Ну 3 вместо 5, ладно, согласен. Но захваты рун это дерьмище. Захваты рун топ. Это херня. Лок, подбосса заведи. Стаки сбросить,
Снобальда залейте, потом босса, блядь, и все, не делайте хуйни. Короче, выходит с хвостом на полу огненная. Вот, ее заберу я. А хвостом под землей зеленая, и потом они меняются хвостами. Вот. Зеленую держит ДК, вы ее зергаете. Та, которая ползает всегда, она оставляет лужу. Та, которая с хвостом под землей, она плюет только в танка. И вертушку дает. А я не знал. Ну ты не знал. Ты знал, а остальные там пару тел не знали. Да все знают, утро. Я и смотрю, блядь. Как моба. Как моба с хвостом под землей говорят отвернуть, блядь. 4. В луже умирают. Где? Потом просто кто-то куранул, блядь. Угу. Типа бывает. Короче, иди протопал, оверхиль шаман. Я, блядь, за оверхилю дыкаюсь. Вот сейчас токсин должен в одного кинуться. Если стоят не в ренже, то в нескольких кинется. Токсин на шамана. Иди под ДК, на ДК дойти под босса на ДК. Не ДК, а опал, который зеленый. А, бля, шаман заморозил. Бля, ДК, подойди будет к нам рядом, а то я сейчас нахуй. Ага, плюс это будет скоро АОЕ. Так что все, вот все, АОЕ все, пошло. Все. Сама, подойди, ну блядь. ДК сейчас. Да сейчас его разморожу нахуй, он же не понимает нихуя, тактику не знает. Как обычно. Зато РЛ знает. Зато РЛ, блядь, да. РЛ и танк знает, а остальные похуй. Угу. Иди ДК, оверхиль. Я оверхилю пару. Блядь, в луже опять или что? Какая лужа? Вот там милики что-то потели, пиздец. Там это, ДК оверхиль, а туда что-то не все нормально. Не разморозил. Блять, он заморозил. Банана, понял? Подойди. Банана, подойди. Тогда подхожу, брат. Наконец-то. Добери того червя, нет? Забери его нахуй. Там будут метки, если чё, вот, выносите лево-право и все. Лужа милики пошли. На войде. Да сейчас уже плохо. Бля, так без ретрика хуёво, это пиздец. Так без маны хилам хуёво, это пиздец. Ну, я типа держусь ещё как-то. О, вот это было правильно. Чё? Ну, инер пацан дал. Кому? Кому-то вон там. А, кот, точно. Давай, Инер, блядь, по шаману, тогда я себе буду давать. Как видишь, у него 50% маны, кидаешь ему Инер сразу. С центра ушли все. Короче, у меня еще Вальгик с тобой танчить, да, походу? Я понял. На Зараксусе, блядь, на и на чемпах спекаешь северетик. Да понятное дело, блядь, а то вы не вывезете по ДПС. Ой. Да не, нормально ДПС. Пиздец. Просто обосрал пацана, блядь. Ну хуй. Пиздец обосрал. Ледяную поставлю ауру, это. Пацаны, бегайте, блядь, вот фросняша отбегает. А куда? Что делать? Просто похуй вообще. Что делать? Не знаю, не знаю. На кого бог пошлет, беги, блядь. Мы обкуренный рейд собрали, блядь. Тут пиздец, это рейд обкуренный, блядь. Мы, короче, блядь, ходим в кару, там челик у нас на шамане хилит. Он, короче, на шинке работает, блядь. Сука. А где? На шинке, на шиномонтаж. И он, короче, на работе играет, блядь.
Ну, я сверху. Типа там нахуй работать. Ну, в 25-ке такой пошел, говорит. Блять, у меня там, говорит, клиент приехал. Ой, блять, этот приехал, кто он, начальник. Потом у вас рейды кикают, блять, на следующий день в кару приходит, говорит, ты заебал, говорит, ты не играй так, говорит, 25-ку, а то, блять, ты отходишь. Он говорит, ну сегодня заебись, сегодня, говорит, это, начальник расстроенный ушел, нахуй, он, наверное, не придет, говорит. Все, буду ебашить, говорит. Ну что, на монтаж, ты хули сейчас не сидишь? Ты что, приходит, ибо начальник, да? Начальник приходит, все, по-любому, надо же это что-то показывать, типа, работаешь. Кстати, этот, в тотема врезается. Так убираем, да. Ну, тотемы все время стоят. Лучше ни убирать. Разу не видел, чтобы врезался в тотем. Врезается. Пацаны, вы не против кожевку рецепта? Возьму себе и поеду. А что за рецепт? На дух? Ну, блядь, покажи. У меня тоже кожевка. Кожевка топ-профа. Конечно. Кстати, да. Убивайте эту хуйню. О, как я хилов задул красиво. Не похуй, у меня кожа 70% минус, да. А чё у тебя, Луцинь, там гильдия, нет? Или ты да? Какой-то? Не-не, своя. Своя? Чё там, как по рейдам? Сейчас десятки только. А чё, Орда, Альянс? Орда. А во сколько по МСК? Ну, обычно вечером. 8. Че, вам хапал нужен 218 заебат? Это, а я бы ДК могу пойти. С нормальным спеком там, короче, все по четко. У меня нормальный холипал, с нормальным спеком и со всей хуйней, с профтами, блядь. Ну типа, если хочешь, могу буду хил. Десятки, правда, хожу, я про 25-ки говорю, типа, если вдруг. 25-ки, не знаю даже. Ну типа, у нас одна, один ульдуар для проходки и все. Ну вот, Ульдуар. Потанчить изи. Там танков этих 8 штук для этих ульдуаров. Хуёво. Ну да. Тогда надо ретрика или... Ретрика, наверное, подключать, да? Я посмотрю, кто. Больше, блядь, снекай. Угу. Блять, было бы круто, если бы ты Солянова вытащил этого петуха, я бы его дамажил. Какого? Ну вот этих первых боссов. А ты будто дамажил. Конечно, ебать. Так, чё там я забыл, какие кнопки на ретрике надо нажимать? Ну, 1, 2, 3. Это получается буря, удар героя, да, и правосудие. А за кому это хуйня? А Хилнес, а, ну, давай забирай. Какая тут аура нужна от паладина, блядь, на втором 8? Огонь, наверное, да? Нет. Или кастерская? Кастерская, блядь. Ну, а кому такое? Банан, а чё у тебя, блядь, со своими это, рейдами? Собираются? Чё? Рейд собирается? 25-ка. Угами? Нет. Какая нахуй 25-ка? Твоя. У меня, блядь, нет твоей 25-ки. А кто хотел? Ты же хотел. Я, блядь, угами собираю по фану, нахуй. Вином нахуй собираю, ты шо? Жиглибуба прохил, шаман пуржишь так, когда на боссе. Побежал, Ро, кош можешь нахуй нажать. Ну кош работает. Пуржи. АДК, если пойдешь в кару, то пошли, я сейчас буду после ИКа собирать. Можно. Да, по-быстрому, по токену, я понял.
А, погибель заскочил. Там, кстати, у погибели этот, да, дайте бан, Локи и паладины, дайте бан оба. Одного зальем. Остальным нахуй бан, дайте. Рога побежал. Одного бейте, Локи из знания плюс из. Дайте. Шамана просил. Так, и смотри там аккуратно. Давай Геру нахуй забьем. Шама Геру. Все, ну. ДК пил. Давайте, должны до следующих порталов Инфернала заебашить. Пламя следующее, воин побежал. А, бабу. Не хочу уже. Ну, да. Стаки там, спали. Каз. Пройдил Гену скверно, блядь. Рога, Кош, прожми плащ. И все. О, все, прописал. Вот так всегда делаем, нахуй. Пройдил. Пиздец, ладно. Че там выпало, какая залупа? Охуенно. Мне лично нравится лут, так что давай, блядь, не пизди. Сейчас я починюсь, блядь, что ебу. Секунду. Запускайте, почти торды пока станьте. Ой, блядь. Разбежался, тоска на ему выпадет, блядь. Тоска. Ага. Лучше бы доска ее назвали, коска. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Ну раз носят, блять, заберешь, заебал. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса Герои. Так, блядь, а где эта ебаная починка, пацаны? А, вот нашелся. Работа. Запустили, да? Но. А. Рога, хант, мах, класс. Ну это пизда, да, я считаю. Короче, что там у нас? Пошли обойдем, короче, справа. АДК с Иршамом пойдет. Ну хотя похуй, пойдем на таран вообще поебан. Кого первым? Я думаю, короче, кто первый подойдет, того ебем. Либо Шипе, либо Ханта. Если Хан, то Ханта. Ханта надо сожжут нахуй потом. Ну да, ну как подбежит вообще похуй. Давайте Ханта, потом Шипе, потом Мах. Поехали. Ты притяжки. Кого мне держать? Держать рога. Вара или кто там, блядь? Там нет Вара, Рога есть. Рога? Ну держи Рога. Шамана и Рога держи, Самул. Самул это хил. Да? Да Шенс. Пошли на таран сразу. Бомжей можете сдать, рипануть. Это будет красивая победа. Шаман, ты где, блядь? Декат нашего-то хиль. Ёбаный рот.
После ханта играем по ШП, ребят. Раздавайте свои контроли по силам, ну, типа, да. Геру, мозги, а, мозги с полонет, ебает. Я умер. Дайте в Масфир в рейд. Пиздец, меня Макс сейчас задушит, я тебе отвечаю. Ты вихрь ему дай. Да, блять, его держит вихрь. Самулу дайте вихрь, он заебал хилить. Я даю, блять, по КД нахуй всем. ШП добиваем, потом играем по магу. Фигпай. Косты сбивайте магу, я вас прошу. Просто няшу захилить. Ну и гуляй, давай. Жмёт. Пуржи, пуржи, молодец. Мага добиваем, потом играем по шаману. Да ебать, а шо это такое? 14к нахуй стрелой. Косты не сбивай. Ну получается так. Шамана играемся. Там выпало. Кинжал неплохой. Кинжал неплохой, плюс еще руки с этого. Да. Рецепта нету, что ли? Ебал из карнавала. Запускай, Валик. Так. Так спекнись. Да, будем. Надо кому такое? Спекайся там. Окей, блядь. Я вас понял. Вот это надо кому? Хелнес, нахуй, раз. Хелнес, два. Давай. Так. Получается, дамы и господа, кисти рук надо кому? Шесть, на. Че, надо кому, блять, это? И варты не надо? А. Нет.
Давай рога быстрее. А вот это надо кому на Эршама? Сейчас, секунду. Не надо, понял. Чек на бафный пул. Пуляй. Подойди к порталам или похуй. Ладно. Ладно, пусть так. Дайте сальву вару. Спасибо, Питчу. Способность смотрим. Ничего не меняем, остаемся так. Захил, захил танка. Истерию, если есть на дельта 2. Способность смотрим. Ну, играемся по белой, ничего не меняем. Надо щит будет сбить, разбили. А. Это темный ман. Способность 5 секунд. Нихуя, черный играемся. Белые все возьмите. Взбейте щит. Щит, щит, черный, ебнется. Да молодцы. Хотя бы не сбили, перебегаем, не ту сторону пизда была. Меня попил. Способность 4 секунды. Светлая ворон. Ничего не меняю. Да, так же, так же. Что, выпадет сегодня что-нибудь нормальное, блядь? Это говно, блядь. Говно. Угу. Ух ты, блядь, это что за говно? Танковское колечко. Танковское говно. Классно. Ибы. Слушай, мне лут нравится. Ой, чё, блядь, на последнем-то он всё-таки в одного, наверное, да? Ну да. Да. Ебать, да я думал в два, на. А нет, в одного, ты чё гонишь? Ну вот. Это нихуя не... Надо. Я потратил кристалл, на. За 20 минут, нахуй, почти прошли? Хули тут проходить-то, блядь? Если подожди, у вас когда гамма? Так не на мейн, нет? Да. Он обкурился.
Да, блядь, я просто смотрю. Вот. Если бы еще танк Солянова вывозил, мы бы вообще за 15 прошли, блядь. Дролил, ты че? Ему на мейн пусть забирает, блядь. Не душите нахуй. Да хули он там через секунду после него паролил, блядь. Угу. Будет тебе такое испытание. Нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь. Короче, у меня 24 на мишке. Нормально. Вообще все похуй. Мишку 24, это говно и баны. На кого? На мишку. Нормально. На мишку 4-4, пока не выйдет. Ты пятый. Вообще норм. Вообще мишка, блядь, если честно, кусок говна, блядь. Ты им играл? Знаешь почему? Учтем ваше мнение. Знаешь почему кусок говна? Потому что только на груле он понадобится. На освоении все. Mm-hmm. Ну, на этом сервере я бы не сказал, что мишка. Это он говорит танкам, которые фулл контент за всех четырех танков. Ну да. Да. Ну расскажешь, короче. Да. Пиши письма. Не, ну серьезно, только на груле вот, только освоение. Потом... Ага. Я тоже все прошел, блядь, не надо, пацаны. Да фул все танчится всеми танками, все это пиздоболие, блядь. Только, не только. Не, ну всем танчится, но почему-то, блядь... На груле медведь, по-любому. Ну, да, медведь он топовый, да, на груле, я знаю. Я когда, блядь, ЗС от Гера вот эти проходил, когда, блядь, сюда почему-то протопал, вот эти вары, блядь, топовые. РДД сферу слейте, блядь. РДД сверху. Ну-ка, под этого, заведи, лужи еще нет, блядь. Всё, вот лужа сзади. Ой, это ты чё, блядь, на Игба играл, говорит? Угу. И как у тебя не Игба? Такой же. Я что-то такого не видел, да? Какая гильдия? Иллюжина. А, Иллюжина? Ну, это старая топовая гильдия. Да мне вообще похуй, какие там топовые. Потом они распались, ну они джайну ебашили, я помню. Можно там моба там брать, вся хуйня. Моба с вара заберем, сейчас сдохнет там. Дайте Боб вару, Джигли Бобу, дайте. Ты его уже не пиздит. Ты что, прохил? Играйте по мобу чуть-чуть, а то там пиздец, кажется. Декабля сейчас может откиснуть. Сама, сниль его. Это на X2 недавно играл, короче, там... Это, ульдут гер добавили, это пиздец. Перебафа на ХП, нахуй не надо, блядь, короче. Ой, это ты что скажешь по поводу льды на X2? Да, я там не был, блядь. Мне похуй на X2. Там кусок говна, блядь, а не льда. Ну, залупа, ну. Чисто там, типа, написали и все. 130 лямов, блядь, у босса, ебах. Угу. Чисто пацанам по ДПСить манекены, блядь. А на X2, фу, на X4 актуал льда, где, ну, типа, ХП нормально и там четко играет. Покайте, Боб пока висит. А мне тут нравится ульда играть, блядь, я сюда и пошел ради ульды. Секунда, всё. Уже тут, блядь, ульда не перебафана. Ну, она актуальная, блядь, конечно, тут лучше. Тут она не перебафана, тут охуенно ходить ульду. Ну, я знаю, Гера на 3-5. Моба заведи под лужу и кливайте. Ну хуй нас, нормально. Вовремя. Он из ДК вылетел. У вас КДГ надо, ДДшник, блять, вовремя будет. Охуенно. Мы не успели мосты перевести.
Ой, блин. Все равно личный ДПС, блядь, не помешал бы. Два жука. Сок, хуй ты ебаный, блядь, а не Сирус, на. Блядь, воет, пизда. Ну, как так вообще? Я дал БР, не надо давать. Захил, захил его, на. Баф по воиду дайте. Каску, ну там себе сам, я лапу буду, короче. Пошли по меткам, блядь, рассоситесь нахуй. Блядь, я ебал нахуй такое. Да лучше упасть и ДКшников взять, присмотришь. Сука. Боже, блядь. Не люблю по такой хуйне вайпаться, пацаны. Один, блядь, уж один упал, один, блядь, то это, то куда-то, блядь, заебали. Отвечаю. А, Настя, чё молчишь? Можно ебать, это, блядь, не игра, это просто последний нахуй. Что ты говорила? Привет, говорила, алло. А, не было слышно вообще. Чё, ты уже играешь и ещё не играешь? Да, играю. Ну, пока так играю, на фане. Восемь гуляю. Мы тут, блядь, Т4 фармим на 4 перса, блядь. Я с пугами хожу в основном, у меня своя пачка пугов. Пачка пугов? А кто? Ага, мы закрываем, всё легко просто. Хожу с баклажаном. Ой, блядь, ты чё, всех знаешь? Я всех знаю, блядь. Мы, да, знаем друг друга. Да, блядь, воет вагон. Ну да, конечно, блядь. Кто повыгнет, где, блядь, вагон? Не знаю, кто повыгнет, где. Что? А ты в какой был там банан? Блядь. Я когда перешел, был в ГГВП, нахуй. В смысле, на X2 или что? На X4. А на X2 в какой? Во всех, блядь. Я в King of Sun был, в гильдии топовой, блядь. А-а-а. Потом еще гильдии были авангарды, асгарды, блядь. Короче, похрена. Selection B, ну короче, я еще с X3 времен играю, на X2 переходишь. Это вот челики с тобой, да, пишут вам? Ну я вот с X3 перешел, блядь. Где-то первый месяц уже Т5 одел. То, что было, это все ладно. А что ты там делал? Просто играл или рейлил? Блядь, рейлил, играл, конечно. Эту хуйню могу и рейлить. Если похуй. Разбил лужу, по-моему. Лужа. Сейчас будет мобы. Дави. А что там, новый сервер какой-то открывают, да? Где? Хуй, на циркуле или где-то там. Какой-то на хэ начинается. Да, хуёвый. Это ходят слухи, то что Сирус нахуй закроют, типа. А-а-а. Потому что Близзарды уходят, там какая-то хуйня случилась. Компания именно сама съебывается. Да и похуй. И обновление типа не будет как на циркуле дальше. Скорее так, циркуль закроется, чем Сирус. У Сируса свой контент. Не, ну это да, ну просто говорят, они уйдут и обновления больше не дадут. И чё? Админы Сируса вон ведут аукцион. Ну хуй его знает.
Я думаю, новых людей бы просто возьмите. Классно. У них одну, у них там какой-то секс-скандал. Надо резать. А, у нас два БРКД, ну и заебись. Не, меня резнул. А, да. Там шипы прям сразу появились. Ну да. Прохи. Дайте не ошибав, блять, и прохильте нормально. Где этот не ошибатель? Блять, заберите другие дома, бог, я сейчас сдохну, нахуй. 12 стаков, блять. Дал, не забегай. Ах, сука. Ладно, он был заранее. Да похуй. Сейчас появится 5 секунд. Под жопу все хуйню мелкую составились. У меня БР еще 5 минут, типа, когда дай СС по бананам ину, лох. А то я, возможно, сейчас откисну. Но мне бафов да. Мобов бейте, да. Большого под жопу. Хочу две двуручки на ретрик. Я не понимаю, там War Town ты жмот или что? Ну как армс, типа, блин. Работы, типа, ну. Повезло, что он без, ну, без 2-4, а там бы рвал игрок пиздец. Даже старый. Блять, ну что? Вот два жука, вы жуков просто не бьете. Я хер его знаю. Сука. Да, блять, я же говорю бить мобов как бы, нет? Да никто не говорит. Никто и не бьет. Так говорю, клевать мобов, блять. Так их не клевать надо. Ну блять. Ну если бы кот клевал, было бы заебись. Заебали. Че, сейчас будем, блядь, через мобов играть, ТПС терять, боссов. Ну окей. Можно лебать, это, блядь, не игра. Сейчас, блядь, 15 минут превратятся в час. Поставишь под Дживс. А, у тебя нету, блядь, это. Ну, поставлю джипс. Угу. Блядь, пошёл нахуй. Чинитесь, бафайтесь и пошли бить. Получается так. Ой, это богатки все мазы. Кастеры сразу разбиваете лужу. Стерли ворос. Помощника играйте, вот череп, блядь, поставил. По боссу стопните всех помощников. Можете по боссу играть, доиграю просто эпоху.
Кот, ты типа можешь на босса бляды вешать и просто бить шредом на лоб, типа. И все. Ну, блядь, КП, ну что там? Череп. Хочет, бей босса туда. А то, блядь. Отсоситесь до воды. Не стойте, блядь, фича. Воет, блядь, может дать себе боб паралос. Да какой боб, лужа-то взорвалась. Он на луже был. Блин, боб. Вот тебе боб. Блядь, перестахан у меня пиздяков. Секунду. Две, одна. У меня просто пиздяки, чтобы две точки. Залейте пиздяком на лужу, пожалуйста. Блядь. Я ебу, чё за хуйня? Бэйри, Рогу, дайте ему каску и лапу. Под дроп умелки заведите и подскрите там. Давайте без хуйни, бля. Давайте переведем нормально, бля. Моб, давайте, по-моему, бля. Череп стоит. Вот. Дорога на пульт по КД на ДК. Играйте все по боссу. Босс закопается, играем по мобу. Моба. На полукруг рассоседитесь. Няша. Блядь. Пить. Не опускайте одну сферу в другую. Блядь, пить тоже поднимать. Вот. Боб КД есть. Да, можно. Он лосает, нормально. Просто на лужу рога станет, людей не наблюдаешь. Беги, малышка, беги! Бог не отдавай просто. Твои босса под жопу мелкой завели. На третьей фазе все ДК даете бомжей, блядь, и хилим только метки шама. Танка на фул, а всех на 20% проедет. Там еще 20% надо каким-то фигом перевести, нахуй. Но мы сейчас не переведем, наверное. Прикол в том, что возле воды нету сфер. Ну надо еще 10% перевести, давайте. Запотейте по боссу. Сейчас моба никто не бьет, просто потейте по боссу. Просто потейте по боссу. Моба, если что, мы убьем когда.
Оверхильти проснешь. Давай. Оверхильди танка. На нем стаков. Бля. Ладно. Совсем таймингов не чувствуете, ребятки. Ну да, Геру проебали. Надо было раньше ее давать, до второго жука. Может, успели бы 3%. Угу. Сейчас боб будет. Сфер больше боб. Нет, нам нужно... Лошадь надо, да. А где блять, боб, блядь? Блядь, КД еще нам. Пиздец. Я встану, встану. Блядь, ну... Охуенный боб. Я. Та хули КД еще было, блядь. Ну не говори, когда у тебя КД был. Нету БР, можно нахуй по. Зря ты БР потратил кошку. Очень. Да, дайте нет. Баф. Дайте баф. Давай, изгнание кинь. Фиранее, жука. Хилим только метки, рейд не хилим, нихуя. Кота и фраснешу захил. Пиздец. Понимаю. Барбан. Да он в фире. Забейте, это волхнет, помните. Блять, БР потратил сейчас просто так, все, встали. Кто не умер? Не хильте, зачем, блядь? Вы просто время тянете. Да, я, блядь. Ну, короче, Гера, блядь, и БР потратили просто так. Полный пиздец. Можно ебать, это, блядь, не игра, это просто пошли не нахуй. Там жив стоит, быстрее подчинитесь. Давайте, короче, блядь, вот этих мелких мобов побьем ради проков, чтобы босс ебашил. Отпивайте ману. Милики, можете маленьких мобов побить, сейчас попрокает у вас, и можем не башить просто. Не торы. Пуляй, босс. Все, пуляешь? Да. Давайте убьем, конечно. Блядь, у нас даже овергир для этих. Поможет. Вот, мог бить босса, все помощники, не бамши.
Кот бьет босса, и все кастеры бьют босса. 3 милика бьет моба. Это Джигли, это Тарантино и это Рэки. Башня, череп и башня. Ну малый круг, рассоситесь. Беги, малышка, беги! Бабл прожал, блядь, серьезно? Угу. Он же вроде не работает, блядь! Не прикалывайтесь. Падайте ему. Блахила умерла просто. Беги, малышка, беги! Ходите быстрее. Все, поехали. Да, да, рейди, поехали. Да будьте повнимательнее к преследованию. Перед поставил, примили кайран. Помощники выходят сдалека. Как босс закопается, играем по мобу сразу на лужу на самом. Взорвание 5 секунд. В воде все отбежали. К воде, весь рейд к воде. Хелнес. Я полосую пока это. Блять, ну. Рога, ну что это за хуйня?
Ты там, походу, блядь, скрипки какие-то ебал. Я БР ему дам. Беги, малышка, беги! Бери БР Роги сразу дать ему касочку, лапку. Рога, спринтин нахуй не жми. Их вообще не надо жать в реке. Не багами, каску продадут. Блять. Нет. Круг рассоседись. Рога, можешь прожать кожу. Один хп, блядь. Блядь, кот его хорош. Беги, малышка, беги! Войд. Если ты прыгнешь бабл, либо... Ну, балди. Осло лови. Давай сейчас Геру переведем его нас. Че было? Агро сорвал его. Больше ДПСа по боссу, приор чисто босса играем. Моба может типа там потерять. Вообще не похуй. Конечно, кливайте моба, потому что у танка стаков просто хуя. Танк прогнешься, если. Играем типа мобу, добивайте моба. Босса успеете. Ферни, ферни это, ну. Да, 38%, сука, мы не переведем. Играйте в босса. Все переведите. 25 вроде перевод. Не 30? Ну, ладно, блядь. Ну, вообще 30. Бегаем, но последние вот эту лужи как раз остались. Переведем. Блядь, сейчас закопается моб. Дайте стан ему любой, нахуй. Молодцы. Заберите банана мобов, я, блядь. Ты сейчас стоишь. Ну, блядь, я говорю, мобов заберите. Ну я не добежал, да. Бэр есть кто? Сколько? А, ебать, ладно.
Пизда. Шаман соло на руку выхили. А чё вы ДДшника-то зреснули? Не, никого не снилось. Мобов заберите. Да нет, это, блядь, уже опять вайпаться. Мобов надо... Мобов убейте всех. Флешками похилим. Только метки хильте и танка, остальных можете хуй забить. Хил только себя поднимай. Ладно. Чё-то не везёт нам. Он уже все пропал, да? А можно ливать, это, блядь, не игра, это просто пошли они нахуй. Почему мы не можем дать Бэйлу с пула? Слушай, можно, да? Так можно, да. Мне кажется. Что-то крополя прям не успели на этот, на зарывание на третье. Даже в три зарывания, в принципе, можно убивать, только надо всем живым быть. ДК, не в ДПС дело, у нас ДПС его хватает. Не, я вижу, в чем дело. Люди от прокалывания дохнут. Ну, уже пятый пул. Гуляй, босса, Геру давайте тогда с пула дадим, сразу начнем переводить тебя. 30 секунд. А, да. Блять, а реклу прожал два, охуенно. Фласочки там может выпить, хавку можно поесть. Угу. Гуляй, босс, все. Помощники выходят. Можете пока что не хуй забить. Хотя вот ему пиранцер дать, если это поле. ДК, ДК, прохильте. Мобов, моба сейчас играем, моба все играем. Да, оверхил сейчас танка максимально. Все нормально. Угу. Ну мы сейчас так неплохо снесли ему. Мясо. Пока бегаем, можете мелко бить. Но их нужно бить. Угу. Тела заберите обязательно.
Понимаю. Няша. Рога. Ты можешь вообще нажать ваниш. Тебя спадает меткость, да, марка. Мелкость под жопу. Жопа объем. Танка поднять. По идее должны следующий заход, прежде чем переводим вас. По идее так. Бейте просто босс. Уверен, я сейчас мог нахуй. Играйте сейчас в полбосса, босс закопается, дадите типа там стан. Оверхил танка сейчас. Мягко нас упали. Включим. Беги, малышка, беги! Рога, ваниш нажми. Спала? Ну вот. Под жопу сгодитесь. Там должны перевести в теории. Жмите все свои борсты. Должны перевести. Моба не трогаем, просто нахуливаем его. Как будет третья фаза, просто забьем его. Остальных мобов фир. Остальные. 8%. На ком? Кто там, блять, босса гарипанул? Да все тот же. По мобу играем, босса стоп. Нахуй, босса стоп. Потому что сейчас будет фаза, всю фазу моба добиваем. Зафиря этого. Того зафиряй, метки хилим тупо. И танка. Всё. У вас когда гамма метка. Плюс на танка профильдит. Можете дать бомжей, седока. На коте метка и на ДК. Остальных хуй забейте. Ты можешь просто волной хилить шаман, и все метки. И все. Ебать мобы охуевшие. Стадо ваше. Дверь буба профил. И тел не спросил. Люди, которые без меток, чем меньше у них хп, тем меньше их дамажит. Угу. Вы за них вообще не переживаете? Рогу и танка хилим. Рогу танка. Фир обнови. Танка подними. Танк здесь может хуй забить. Надо танка просто.
банан и ой. Да это премиса есть. Пиздец. Танка поднять. Вызывайте. Вызли Буба, Брахим. И Фитча. Вахир тебе дальше не прекращать. Опа, справили трену. Так, не знаю, может тоску, наверное, блять, варвару. Хуя. Ладно, был он ролл, блять, можно его. На защите. Соревнования будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных. Ну, спасибо. На карту хочет, пошли на токен.